Буэнос-Айрес. Продолжаем нашу сладенькую традицию микроблога. Хочу вам похвастать моднейшим совершенно, как у нормальных пацанов, у всех из Optiva, это аквариум у нас 1000 на 500 на 500. Необычный, натурально мажорный танк. Сейчас покажу. 1100 пока. Да, 1100, пардон. Во-первых, у нас тут перелив. Как Synergy Reef, только вот эта контора. Значит, смотри, тут аварийная труба, пожалуйста. Есть. Это все идет, цивильно заходит в тумбу. Основной слив, пожалуйста, есть. И самая вот писечка, это фабричный. Прямиком из загнивающей Америки сам. Пожалуйста, акриловый. Это умеют люди делать. Тут приемный отсек. У меня, пардон, нет фонаря с собой, но я думаю, что вы сможете разглядеть. А приемный отсек, дальше тут мешочек. Идет фильтровальный отсек для пенника и отсек для возвратного насоса. Прошу обратить внимание ваше, что тут нет... Сколько перегородок там нет? 50 или сколько? Или 60 перегородок, всего 3 отсека, и это правильный вообще вот для самураев. Ну вот прям, ну реально правильный путь. Вот, и похвастать, собственно, еще чем. Вот так этот перелив выглядит изнутри аквариума. То есть аккуратно смотрится он в ширину, тут, ну может быть, не знаю, 5 сантиметров. Где-то такое, и высоту меньше даже, да? Да, ну да. И высоту тут, не знаю, сантиметров 15. Аккуратно смотрится. Я в каком-то из роликов я показывал перелив от Synergy Reef. Вот это аналогичная штука. Найдете в интернетах, в загнивающих Америках, там будет это все. Вот. И еще отдельно хотел показать вам отделку. Это, значит, такой, молодые породы африканского МДФа. Кальвадос. Кальвадос называется, короче. Сейчас мы поставим фасады еще. И я покажу, как это все в комплексе смотрится. Тут, безусловно, будет еще моднейший светильник, моднейший пенник. Все будет вот топчик, самая лялечка. Ладно, сейчас демонтируем, я покажу, что получилось. Отдельная рубрика для зависти. Вот такой... это не шары, как это? Наши шаровые, попсовые называются, а этот не винтовой. Вадим, как он называется, ты не помнишь? Не помню. Пацаны, если вы вспомните, напишите мне в комментах. Это какой-то вот кран. В общем, смысл... Многооборотный. Смысл в чем? То, что его можно потихоньку крутить, у него очень много оборотов. И там вот эта заслонка, она вращается очень медленно. Да. И как бы если ты берешь обычный шаровый кран, шаровый, да, то там всего 90 градусов у тебя есть. Вот включено, вот выключено. Да это не 90, 45 получается. Нет, 90. 90. Не суть. И он еще когда чуть подзасирается, он так с рывком прокручивается. И настроить перелив точно... Можно либо только за счет помпы подачи, да, если у тебя помпа, например, AC, да, с постоянным напором, то проблематично уже, он дергается такой, а этот так, чик-чик-чик-чик-чик, крутишь. А это высокотехнологичный пластик от Илона Маска прямиком. Да режете вот такой вот исколково, вот такой штучкой исколково. А вам пластик... Сколково поставляет или Илон Маск? Нет, вот это не Сколково поставляет. А, вот это, блядь, Сколково? Вот это? Да, вот это Илон Маск. А вот это Илон Маск прислал. Все правильно. А вы знаете что-нибудь о корпоративной этике? Вот я смотрю, у вас тут топчули розовые. Например, да? Это откуда у тебя такие? Это дурной пример заразителя. Да, да, да. Ну вот еще вот светильник у нас появился. Да вот поснимаю. Нет, давай, я вот не занят, собираюсь. Ну вот мы закончили. Вадим не хочет вам светить своим лицом тут, вот, радовать вас. Да, ну как закончили, тут на самом деле еще километры работы.
еще надо оформлять все это, запускать добро. Но в тумбочке очень уютно, я считаю. Вот такие сине-красные решения на фоне кальвадоса изумительно. Изумительно просто смотрится. Кальвадоса, да? Извините. А вот, например, Рифактопус Essence. Мне сразу вспоминается реклама, знаешь, там бабы. Но баба из рекламы шампуня такая, с хайрами такая. Я типа тоже с пенником такой, да. Вот такой вот моднейший. Сейчас мы его воткнем. В общем, надеюсь, что покажу вам продолжение этого танка. Пока вот... Сейчас Вадим мне там помогает. Ну, держи тогда, сними меня. Снимай меня, фотограф. Да. Надеюсь показать вам в будущем продолжение этого танка, как мы будем оформлять, селить сюда рыбок, но это не точно. Не могу вам обещать. Пока вот наслаждайтесь тем, что есть. Съемные фасады, там, моднейшие пенники, вот эти вот винтовые краны. Лялечка. Если вы хотите, сейчас я рекламу вам задвину, если вы хотите... Батарейка села предательски на самом интересном месте. Хотел сказать, чтобы вы не забывали подписываться на наш канал, ставить лайки, пишите комменты. А если вы хотите заказать у нас такой аквариум, то пишите в контактный центр Сколково. Пока, до встречи в новых видосах.